Это одна из тех самых загадочных и волнующих, трогательных и поучительных историй, в которых маленькая отважная девочка противостоит силам зла. Аленка – круглая сирота, и впереди ее ждет нелегкий и полный приключений путь, на котором ей предстоит разоблачить ведьму и отыскать своих братьев. Лысый, лысый, знаешь, что у меня, не гай, ты мой добрый, принеси дом, ты мой ласкавый собак. Треба спешаться, побориться, братов, за свету живи! Детям должно быть любого возраста понятно, что добро – это есть добро, а зло – это есть зло. И как бы зло под добро не трансформировалось, не пыталось им притворяться, зло есть зло. И оно всегда им будет. А добро всегда победит. Над спектаклем работала талантливая творческая группа во главе с режиссером-постановщиком Алисой Ермак. Ее задумку удалось воплотить благодаря органичному сочетанию простых декораций и костюмов, неоновой подсветки и потрясающей волшебной музыки. Была поставлена задача перед нами сделать постановку на белорусский материал. И, конечно же, хотелось не отходить сильно от такого классического понимания белорусской сказки. Где-то прослеживаются даже немножко батлеечные мотивы. Но мы решили и внести в художественное решение чего-то нового и современного. В первую очередь делали ставку на мультипликацию, на свет, на неоновое свечение костюмов, декораций. На 40 минут. Ну, дети окунутся в мир сказки, а взрослые вновь почувствуют себя детьми, сопереживая удивительно искренним персонажам. Спектакль предназначен для семейного просмотра, содержит много фольклорных элементов и проходит на белорусском языке. На самом деле было очень интересно, и жаль, что в жизни мы не употребляем этот красивый язык, правда. Вот. Хочется как-то культивировать его, хочется культивировать белорусский язык очень красиво. Детки очень любимый зритель и очень умный зритель, и они все понимают. Мы приглашаем всех детей, взрослых, всю семью к нам в театр кукол. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.